Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Смотрите сегодня в выпуске. Пресечение преступлений террористической направленности. На объекте транспортной инфраструктуры оперативный штаб провел командно-штабное учение. Ряд вакансий предоставят предприятия Карачаево-Черкесии на предстоящей ярмарке. И одно из них – Хабесский гипсовый завод, который расширяет свои площади. Год педагога и наставника шагает по стране. В Карачаевске на торжественном мероприятии говорили о статусе учителя и вручали почетные грамоты. В Черкесске состоялась премьера спектакля «Шахри» по мотивам поэмы Расула Гамзатова. Спектакль о жизни, творчестве и о любви. Оперативным штабом в Карачаево-Черкесии проведено командно-штабное учение по теме организации и проведения мероприятий по пресечению террористического акта и преступлений террористической направленности на объекте транспортной и железнодорожной инфраструктуры. В мероприятии приняли участие силовые и правоохранительные структуры, представители органов государственной власти республики. В целях реализации замысла учения отработан комплекс оперативно-розыскных, оперативно-боевых и организационных мероприятий по обезвреживанию террористов. Оценена антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей. По оценке руководства оперативного штаба, запланированные цели и задачи учения достигнуты. 11 апреля в Черкесске пройдет региональный этап ярмарки вакансий. Проходящее не первый год мероприятие является хорошим подспорьем для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между работодателями и соискателями, образовательными учреждениями и абитуриентами. Представители власти и Центра занятости рассказали журналистам о ярмарке вакансий, которая пройдет во Дворце культуры Черкесска. Ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности, такие как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. Поэтому вот с учетом вот тех возможностей, которые на самом деле сегодня появились, и той реальной возможности по переобучению и по предоставлению новых рабочих мест, мы хотим обратить внимание наших жителей на то, что вот у нас сегодня ситуация изменилась, и сегодня у нас есть возможности развития в новых направлениях. Поэтому к этой ярмарке вакансий мы относимся с таким вниманием. И хотим ее провести так, чтобы действительно был какой-то результат. И для каждого жителя республики, у которого сейчас есть такая проблема, или выбор жизненного пути, или смена, может быть, направления жизненного пути, вот, чтобы они могли ознакомиться. Ряд вакансий предоставят предприятия Карачаево-Черкесии. Одно из них – Хабесский гипсовый завод, которому уже 30 лет. Производство уверенно развивается, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. – В начале года открыли цех по производству гипсокартонных листов. Как осуществляется новый процесс и условия труда в новом цехе, узнавала Альбина Ламкова. Процесс создания гипсокартонных листов прост и практически автоматизирован. В одной смене трудится 20 человек. Для всех созданы благоприятные условия труда. Технология производства гипсокартона начинается с формовочного стола, куда поступает смесь для получения листа. Таргби Хаджи Мустафов трудится на Хабесском гипсовом заводе 30 лет со дня его основания. За эти годы предприятие стало одним из крупнейших игроков на рынке качественных стройматериалов. С самого начала мы когда только гипс производили, потом осваивали производство сухих строительных смесей на основе гипса, а затем сухие цементные смеси. И вот недавно освоили производство гипсокартона. Коллектив Хабесского гипсового завода под руководством Олега Аргунова долгие годы работал на создание репутации производителя с высоким качеством товаров. Это получилось. Результат – большой спрос и на новую продукцию – гипсокартонные листы. Из-за этого требуется создание двух смен в новом цехе. Одна уже полностью укомплектована. Обучение будет происходить непосредственно у нас. Мы сами будем их обучать, все показывать, все рассказывать.
У них будут наставники, работа перспективная, и заработная плата вовремя выплачивается. Со всех районов у нас практически все национальности работают. Конечно, с новым современным оборудованием работа только упрощается. Еще здесь по-настоящему заботятся о людях. Не на словах, а на деле. Учимся, набираемся опыта. Условия здесь очень хорошие. Столовые вообще там копейки, можно сказать, стоят. Кормят очень хорошо. Заработная плата стабильная. Задержек никогда не бывает. Врач очень хороший. Хотел бы за это все поблагодарить Олега Будикировича. В новый цех по производству гипсокартонных листов требуются еще лаборанты. Они контролируют качество и сорты используемого гипсового камня. Новым сотрудникам гарантируют обучение на месте. Нужно только желание работать. Альбина Ламкова, Расул Бирдиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабибский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильные осадки. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 8, в горах минус 2, плюс 3, а днем 9-14 выше нуля и местами до плюс 9. В Черкесске кратковременный дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 11-13 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера 0+. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Даваторцев 39А. 43-73-87. В Карачаевске торжественно открыли год педагога и наставника. Основная цель – подчеркнуть особый статус тех, кто работает в этой сфере, кто встал на стезю благородного, но крайне ответственного дела. На мероприятии побывал Ахмат Халкечев. Открывая торжественное мероприятие, мэр Карачаевска Марат Урусов отметил, что благодаря всемирной поддержке как федерального уровня, так и пристальному вниманию главы Карачаева-Черкесии в сфере образования региона и округа наблюдаются весьма позитивные изменения. В рамках модернизации школьной системы в трех общеобразовательных учреждениях города осуществляется капитальный ремонт. А по программе «Школьный автобус» серьезно обновился и транспортный парк. Также в течение 2023 года во всех образовательных учреждениях округа будут функционировать центры «Точка роста». Вы делаете все для того, чтобы наша страна была великой державой. Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам педагогического труда. Большое вам спасибо и низкий поклон. Вы смогли сохранить в нашей стране настоящую систему образования. Особо отличившихся в профессии градоначальник отметил грамотами и благодарственными письмами. Год педагога и наставника, объявленный президентом нашей страны, является признанием великой значимости труда учителя. Я сегодня представляюсь как наставник молодых педагогов и так далее. Но я хотела бы сказать слова благодарности тем наставникам, тем людям, которые были в моей жизни, моими наставниками. План года уже сформирован как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях. Весь текущий 2023 год будут проходить мероприятия, направленные на повышение престижа уникальной профессии, которая на протяжении всей цивилизованной истории человечества остается вне времени, моды и географии. Выпускники и даже студенты, которые сейчас обучаются, они должны видеть, что государство обращает большое внимание на статус учителя, на место учителя в нашем обществе. Необходимость привлечения в профессию молодых специалистов, способных к новым подходам в своей работе, при этом опираясь на бесценный опыт отечественной педагогики, отметила и руководитель управления образования Эльвира Идиева. Позвольте поблагодарить каждого из вас за ваш огромный труд, за ваш огромный вклад в развитие системы. Здоровья вам, успехов в нелегком деле воспитания и образования будущих поколений. И мира на земле.
Эльвира Идиева также отметила лучших педагогов и наставников почетными грамотами Минобрнауки Карачаево-Черкесии и городского управления образования. Только настоящий учитель способен направлять интерес и энергию учащихся в правильное русло, дабы привить им знания и навыки, которые необходимы каждому во взрослой жизни. Следовательно, людям без призвания не место в профессии педагога и наставника, сходились во мнении все выступавшие. Мероприятие сегодняшнего дня еще раз заставляет чувствовать любого учителя, в том числе и меня, необходимость нашей профессии, важность того дела, которое мы делаем. Торжественную атмосферу мероприятия продолжали поддерживать яркие номера артистов республиканской эстрады и искренние слова благодарности учеников. Ахмат Халкевичев, Ислам Муромов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Шахри-шахри – таинственное имя арабских сказок «Тонкий аромат». В Черкесске состоялась премьера спектакля «Шахри» режиссера Анзора Ямкуш по мотивам поэмы Расула Гамзатова. Она рассказывает о первой любви поэта. Спектакль поставлен на русском и черкесском языках. На премьере побывал Али Баташев. Главный герой спектакля – поэт Расул Гамзатов. Он делится со зрителем своими душевными переживаниями о своей жизни, творчестве и первой любви к девушке по имени Шахри. Грустные воспоминания и мудрое размышление об ушедшем времени, лирические зарисовки о детстве, радость общения влюбленных оживают на сцене в исполнении артистов Республиканского драматического театра имени Мухарбека Акова. Русский парень поет о девчонке одной. Показать чувство первой любви поэта к девушке Шахри в горном дагестанском ауле в атмосфере 50-х годов прошлого века. Это задача и сложная, и простая одновременно, считает режиссер Анзор Ямкуш. Сложно, потому что все друг друга знают. Да, просто потому что все жили в какой-то атмосфере любви. Они росли именно в такой атмосфере. Мне захотелось это все передать. Именно через Расула Гамзатова, через его воспоминания. Поэтому спектакль идет вокруг него, как будто он в воспоминания свои нас вовлекает, зрителей. Спектакль «Шахри» поставлен по неоконченной поэме Расула Гамзатова «Аттестат зрелости». Адаптация произведения под пьесу сделана Зурабом Бемурзовым. Расул Гамзатов для меня это прежде всего любовь на века, любовь на всю жизнь. Любовь в его песнях, в его стихотворениях, это со школьных лет. У нас, у каждого, я думаю, это впечатление. В пьесе нет возрастных ограничений. Любви все возрасты покорны. Так считают многие юные зрители, пришедшие на премьеру. Главный герой Расул, когда он сделал вид, что он пьяный. А вообще, любовь между Расулом и Шахри вдохновляет вас? Да, они с детства. Сначала он говорил то, что никогда не женится на ней, но так случилось, что он сам влюбился в нее. Я впервые побывала в театре, честно говоря, и мне очень-очень понравилось. Вот. А что больше всего в этом спектакле? Все, все. От начала до конца. Мне очень все понравилось. Спектакль «Шахри» проходит на русском и черкесском языках. Это лишний раз убеждает нас в том, что творчество Расула Гамзатова любимо многими народами Кавказа и России. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. В Черкеске на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи в третий раз прошли состязания по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова с использованием лазерного тира. В турнире на Кубок ветерана Великой Отечественной войны и пограничных войск Бориса Григорьевича Гофмана приняли участие около 50 школьных команд, составленных из юных друзей пограничников. Перед началом соревнования подросткам рассказали о боевом пути заслуженного земляка и его жизни в мирное время. После чего ребята показали свои навыки поражения мишени. Это последний ветеран-пограничник, который жил на территории Карачаево-Черкесской республики. Сегодня, к большому сожалению, ни одного ветерана, пограничника, именно участника Великой Отечественной войны не осталось. Поэтому решением ветеранской организации, командования пограничного управления было принято. Это уже третий год мы проводим данное мероприятие. В сегодняшних соревнованиях у нас участвует более 45 команд, разделенные на старшие и младшие группы.
Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Заполярный вальс». Всего доброго. До встречи.